Автомат и гитара на афганской войне. Кто-то скажет, не пара, там романтики нет. Я не спорю, поверьте, но хотел бы спросить, вам когда-нибудь в рейды доводилось ходить? Вы считали недели до отлета домой? Вы когда-нибудь ели сухпаёк фронтовой? Не в туристских походах, не в лесу у костра, там беднее природа, да сильнее ветра. Там пылают пожары, и в жестоком бою громче всякой гитары сами скалы поют. Вам знакома усталость после трудного дня? Если это случалось, вы поймете меня. Да, романтики нет там, есть работа и кровь. Кто-то верил в победу, кто-то верил в любовь, кто-то знал, что вернется, да упал под огнем и струной отзовется наша память о нем. Не изучены свойства наших душ на войне. Кто-то бредил геройством, а мы пели про снег, про края, где родились, да про шелест берез и совсем не стыдились пылью смешанных слез. Вам, неведавшим вроде, нет причины тужить, вы спокойно живете, нам уж так не прожить. Нам не выйти из боя, не вернуться назад и гитар не настроить на лирический тон. Боевые гитары, я вам песню пою. Да, гитара не пара, автомату в бою. Но поправ все законы, в этом мире скупом вы горели в колоннах заодно с игроком. Вас дырявили пули и осколки секли, грифы тонкие гнули, да сломать не смогли. И вдали от союза вы в руках у солдат доказали, что музы на войне не молчат. Автомат и гитара на афганской войне. Кто-то скажет, не пара, нетипичный дуэт. А я не думаю спорить, петь о том или не петь, мне гитару настроить надо к бою успеть. Спасибо.